высказать свое мнение об этой модели. Что я могу сказать про эту модель? Вышла она, грубо говоря, не очень, согласитесь. Вот, допустим, для сравнения вам моя модель грузовика ЗИС-5В выглядит намного лучше, я так считаю, чем тот же самый мой сейчасшний Т-26. Испортил я, значит, модель зимним камуфляжем. Изначально она была зеленого цвета. Именно так я и сделал, что стукнуло мне в голову, я решил сделать зимний камуфляж. Вышло не очень, как видите. Ну, пишите свое мнение об этой модели в комментарии. Я выслушаю ваше мнение. С вами снова я был, Автопанжер. Всем спасибо, кто смотрел. Удачи и всем пока.